Так, девочки, смотрите, обрезала вот эти вот штучки. Они были вот здесь, как висюлечки. Просто так висели, не попад. И теперь на вот эту сторону лифчика я просто их вшиваю. То есть это уже не моя работа, это был костюм, его просто реставрируют. И вот потом вот так вот, видите, вот эти вот пускаю. То есть вот так вот, чтобы вы поняли, кто спрашивал. Что сразу не додумалась вам показать. Я вам сейчас покажу, еще один лифчик я сделала. Вот так вот, типа, видели? Потом покажу, как получится. Юлия Сергеевна, что это несет, Узгю? Ой, это на фирму идем. Мы идем на фирму, это мы закупили для гусей. Станки, короче. Для гусей станки. Гуси-лебеди. Не, ну серьезно, Юля, что ты как это самое? Что это? Это, короче, тренажер для укрепления позвоночника и мышц рук. Нет, Зань, это для того, чтобы вот, смотри, как он, видишь? Дети учились. Чтобы дети учились. Вы говорите, мой муж ничего не делает. Не делает. Никаких телодвижений, да? Чтобы дети учились держать уголок и качать пресс. И для взрослых женщин тоже. В группировочку, в уголочек. Понятно, мы вчера с Любаней. Люба такая, так, с печечок. Я говорю, Люба, это очень высоко. Попу видела. Она, ну да, моя попа поправилась, много не поднимется. Спечат. Это с рук, кто знает, сука, ай, вашу за ногу Михайла, ногу потянула. Рассказываю. Вверх ноги, это называется спичак, кто знает, у спортсменов там наши эти, всякие гимнасты, разные виды. Они тяжелые он несет? Это для этого. Ну как, они из металла, ну, жизнь тяжелая, конечно, они эта штука тяжелая. На такси деньги я ему не дала, не сработала. Не, ну молодец, несет, видишь, как, судя по как он несет, они очень легкие. Я ж не переворачиваю камеру, да? Да, как он мне вынес сумку в Чанакале, туда поехали люди, это уже, судя по этому, у меня сорвалась спина. Ну ничего, теперь-то... Стойте, Маша. Маша. Короче, мы идем в Юлину студию для там, ну, собрания будет. Волосики это вообще отдельно. И это самое. Идем в школу, Узгюр относит эти. Они тяжелые, Узгюр? Нет, ну такие, ну как, для женщины будет тяжелые. Типа собрания, короче. Я лифчик вам покажу, я вчера его практически доделала. Мне такие нельзя вещи давать, потому что я начинаю досконально. Мне пришлось распарывать, бусинки отпарывать. Висюльки отпарывать я сделала, потом по-другому все, вот с юбкой надо что-то делать, с тигровой, потому что мне не нравится форма самой юбки. Вот, допустим, я мерила, вроде материал классный, все эластичный, пошив неплохой. Допустим, вот у меня плечи, груди нет, задницы нет, талии нет, да, бревно, ну, ровное такое, ровная прямая, и вот оно не смотрится. Надо девочку, у которой попочка есть, вот Настя, правильно вы написали там комментарии Настёне, я думаю, она прочитала вчера все. Я ей говорила, что посмотри на ютубе, она говорит, как там моя примерка. Я говорю, посмотришь потом, говорю, видео, и интересно было. Вот, и мы написали, что у нее день, все хорошо. Да, фигура идеальная, вот прям женская, красивая фигура. Талия, бедра, попа, ну, груди побольше бы хотелось объема. Ну, если так вот прям это, как Венера, да, чтобы она была. А так шикарная внешность, очень сценическая. Очень сценически смотрится. И вообще на нее, когда смотришь, она какая-то чистая, девственная. Как вам сказать? Сейчас неправильное слово подберу, сейчас начнете там, ой, Иванова сказала, она, ну, короче, вот как Юля ее назвала, типа ангел, чистота такая в ней присутствует, вот, ну, женственность, наверное, если правильно сказать, наверное, там, ой, надо сережку, наверное, больше подходит, да, женственность, то сейчас я скажу, вы же потом к словам цепляетесь, словам не надо цепляться. Я пару сережек ношу всегда в сумке, потом выхожу, вспоминаю и одеваю. Марина Владимировна, сегодня Александра... Рассказывайте, Александра, Саша. Да, Александра, Саша. Сибири. Мой друг. Танцовщица. Да, Сибири. Вот, танцовщица. Короче, все хорошо. Миледи приехала выручить нас на Байрам. Наша красоточка. И вот нашим детям сделала подарки. Сегодня праздник Шекер Байрам. Все должны давать детям
мусульманским детям, не обязательно и нашим детям, всем конфеты. Вот. Поэтому там христиане, мусульмане, неважно, здесь еще очень много наций и религий. Но конфеты деточкам должны давать. Да, мне сынка угостила, да, мне сынка угостила. Да, и меня дети угостили, а должны мы детей угостить. Марина, ну, она пошла куда-то, ей дали, она мне принесла, они молодец. Они пошли трусить, так как, хорошо. Ну, поняла, в детстве. Не жадная. Калидовали, калидовали. Они тоже. А эту травку ты нюхала? Смотри, смотри, смотри. А, да, я знаю, да, да, не надо, я не хочу нюхать. Ветрено сегодня. Ношу свою, это у Юльки машинка ж новая, деловая машинка. Куча программ в этой машинке. И я же за машинку не могу успокоиться. Куча, говорю, программ в этой машинке. И, ну, короче, она берет вот так просто, она 90 градусов включает, и все. Я говорю за рубашку, я так переживала за рубашку. Ничего. И все равно неспокойно, да? Да, и я теперь думаю, ты наверное, обручно. Я говорю, у тебя куча, знаете, у нее машинка такая, что типа куча, вы... Это куча говна. Нет. Ты правильно говоришь, ты блогер. Много этих самых очень много, программ. Правильно? И там есть программа, типа 30 градусов, там, допустим, 20 минут. То есть костюмы шикарно стирать на ней, да? Потом там костюмы 40... стирать должны руками. Нет, там те костюмы, нет, которые нет, можно, нет. Они не все ткани. Потом, оказывается, она в тканях разбирается. О, короче, девочки, она мне так загрузилась. Она в тканях разбирается. А кашу? Нет, так ты там говоришь, нитка от этой красится в другую нитку, то красится в эту нитку. Ну, боже мой, это кошмар. Вот эти как впитывают, хлопок нет. Ты такая в машинках разбираешься, а в тканях нет. Ну в программе что поставил и все. Ну, почитай за ткани и программу не там. В общем, мы идем на собрание, да? Как это? Мы идем гулять, мы идем за волосами, посмотреть, что нам надо как-то завтра, да. И мы идем. Отнесем вот эту вот штучку туда. Тренажер. Да. Сейчас будут звонить. Сейчас мы решим, кто сегодня, кто, ну, завтра, у меня за 4 дня, да, сегодня есть просто вылазка там. Собаки такое огромные, собаки огромные. Так, девочки, настроение хорошее. Съели пищу богов с самого утра. Говорю, ну яйца это нечто, просто обожаю. И ромашки мои любимые. На Вику все нагрузят, и воду, и все, да, Вика? Все несешь. Вкусное мороженое? Ого, какая собака огромная. Мы называем, я слышу, как люди говорят, эта улица не называется Алсанжак, Алсанжак это район, да? А все как-то между вами, все говорят на Алсанжак. Столько людей. Видишь, все люди здесь, в центре. А что они делают? Праздник у них, все праздничные. Женщины, смотри, в белых платках. Две жены, что ли? Да. Я в шоке вообще. Бурдан другой. Я уже слаю перевод. В этот рюкзак не пойми что. Спине тяжело, ты его тащишь. Нужно и не нужно. Бонжорно. Как тебе, Шерчик? О, спасибо. Мираба. И не. По-моему, Юля кошка родила, она сказала. Но я не слышала, чтобы котята пищали. Наверное, в комнате там, где я, потому что там все ходило. Ну, если она родит, наверное, у меня в шкафу внизу, там на полке, я так думаю. Но я не против. Так, как мы сегодня выглядим? Мы сегодня выглядим хорошо, потому что я сегодня красилась палеткой, которую подарила Юле. В подарок привезла. Вот это Revolution. И я сегодня ее. Учитывая, что я ложусь очень поздно с этими костюмами, я сегодня неплохо, кстати, выгляжу. Более-менее. Может быть, это пока камеру на себя не переворачиваю. Девочки, смотрите, как на мне смотрится кардиган. Его надо постирать, между прочим. Я его прям таскаю. И такой же у меня розовый, красивый у меня есть пиджак. Классно. Понимаете, все закрыто. Вообще, солнышко, мы ничего с тобой не делаем. Ой, ну хорошо, смотри. И цена, да? Говорит. Нет, там не видно. Да, там темно будет.
смотри, глянь, как есть. Смотри, какая красота. У тебя, синий костюм, да. Да, блядь, я нашла. Ой, я с матом ругаюсь. Да, синий костюм вообще. Красава, класс, подойдет нам. Даже лучше, чем тот. Да, ты что, это лобуня, супер. Его ж можно и вообще наверх поднять на самый. Я думаю, да, я даже выкатываю. Да, он тебя еще вытянет в росте. Мне нравится. Под синий костюм шикарно. Отрастают, блин, волосы на ноге. Я прям в кровь разодрала, чешется нога. Прям кошмар. Ну, не, когда вот так на себя камеру переводишь, видно, да, немножко? Ну, поздно ложусь. Ну, я хотя я высыпаюсь, я не скажу, что не высыпаюсь. И вот этот костюм, который сейчас делаю, тигровый, я от него обалдею. Он, то есть он мне сам по себе нравится. Материал, я имею в виду, там, не пошив, не форма костюма сама, не модель. И я это сама прям балдею, мне прям хочется уже домой поскорее уже порашивать его. Дайте реакцию снять ребенка. Давайте, вы готовы? Давайте. Да подожди, подожди, камерочки, блин. Представляешь, короче, слушай, заказала. Нравится, Саша? Смотри, да, заказала, скажи. Подожди, там она еще не включила там. Я еще не все сделала. Здесь еще понос. Здесь это только-только. Чувствую, будто мне мою комнату детскую показала. Да, скажи, скажи классно. Да, да, вот станочек. Тут видите, тоже зеркала, дети уже это. Тут еще, короче, не доделано. Тут будет еще бар. Какой бар? Хвостом нравится больше, чем с... Не, ну ты потом его аккуратненько расчесывай, будешь его потом использовать под голубой костюм очень феерично. Если еще блесков добавить, знаешь, сюда наперед. Дольче Габбана, куртка такая красивая он тебе дал. Ой, давай уже делай, чтобы красивая была. Сижу и думаю, на кого похожа Саша? Целый вечер вчера, я думала, мы познакомились. Имя еще такое красивое, как у моей дочери. Вот. И сегодня. А потом она сегодня разговаривает. Я на нее так смотрю, глаз не отрываю. И вспоминаю, что она похожа на Алсу. Вот это. На вечер. Опустилась. А, да. Но я сегодня. Да, ты приснился. Да. Да. Такая миленькая там лежала около камина. Хорошо сохранилась. Да, это все благодаря маме. Кстати, она тоже у меня очень много дружит. Да? Да. Слышишь, а это самое, ну тебе только я сказала, что ты похожа на Алсу? Нет, мне еще в России говорили. Да? Угу. Я такая, ну ладно. Но она мне нравилась сама по чертам лица. Да. По глазам, по овалу тоже лица, по губам. Ну у нее чуть-чуть они пухнее, чем у меня. Нормально. Сейчас он тебе сделает красоту из корабля на бал. Заболела, Саша болеет. Простудилась. Так погода такая, ты ж понимаешь, вот это, такая ж погода. То солнце вышло, то зашло, то дошло, то вышло, то ветер подул, то, блин, жарко, не знаешь, как одеваться, понимаешь? Утром вышло жарко, днем жарко, вечером оп, уже без штанишек как-то и прохладненько. Почему резко? Вчера сидели, я тут аж за герпес разговаривали, Саша говорит, только сказала, говорит, утром вылез. Ну я вот здесь, я тебе говорю, я здесь вообще, если писать сочинение, как я провел свое лето, то это прям я и мой герпес, Валера. Вообще, а я утром встаю, смотрю, какой-то шар. Ага. А у тебя вообще никогда герпеса не было? Он у меня очень-очень-очень редко случался. Если у тебя раз в два года, то у меня там он вообще, знаешь, раз. У меня в Италии это прям вообще очень редко. Ну как был, но он живет во мне, понятное дело. Но... Да, но очень редко. А здесь прям в Турции он прям, ну он себя, он прям один за одним. А у меня еще подруга, мой муж, у него он вообще постоянно. И не помогают ни таблетки вообще. И он уже такими средствами. Но это же еще иммунитет, это еще стресс. Я же говорю, у меня на этом стрессе я уже вообще с тремя перами на голове осталась. Это. Так у меня тоже самое. Мне уже даже страшно красить корни. Тут девочки в комментариях пишут, ну что, Иванова, опять красить корни, я уже даже боюсь. Ну, не знаю, что. Посмотрим сейчас, что мы придумаем. Куплю себе платок, буду. Мне челка обламывается, я не могу ее отрастить.
Куплю себе платок, буду ходить в платке. Ничего страшного. Ой, сейчас как он тебе красивую гулю сделает. Зима, зима, зима. Это в 90-м каком-то году песня была популярна. И клип такой удачный они сняли в этих белых носочках, с белым свитером. Она такая нежная там вообще. Прям Прованс такой лежащий. Супер было. Я вообще за ней даже, как и ты, наверное, не слежу. И поэтому, да, вот эту песню, она... Знаешь, это вот самая такая проблема артиста, когда он ассоциируется с одной песней. Да, вот, герой одной песни. Вот, типа, один да. Хит. Ну, этот, знаешь, герой одной песни, он на себе уже заработал. У меня рога растут, мне кто-то рога наставляет. Ага, рок вылез. Герой одной песни, знаешь, на одной песне себе квартиру заработал трехкомнатную в центре Москвы. Да, же конечно, авторские права и все. Поэтому, знаешь, одну песню спела, лежи на диване. Как ты сейчас чувствуешь? Как ты чувствуешь? Хорошо хвост он тебя вяжет? Плотненько? Ну, пока вроде да. Да? Иногда... Чтоб головой махать же. Кажется, что... Чтоб не свалился. Ты же ему говори, пусть если надо сильнее. Это же не то, что ты будешь ходить тут по центру города. А надо попробовать сейчас потом. Видишь, у людей настроение какое хорошее. Все гуляют. В белых футболочках. И, кстати, сейчас мы шли, там один салон. Ну, мы часто около него проходим, и там был один салон. И сегодня прям много турчанок. Ну, и не только там, неважно. Выходят с белыми волосами, покрашенными, нарощенными. Прямо там наращивают, в этом салоне прям видно. То есть выходят все блондинки с такими шикарными длинными волосами. Мне девочки советуют нарастить. Я просто понимаю, ну, оно не отвалится с моим. Может, мне там, ну, уже терять нечего, в принципе. Но я не знаю, почему. Я же приехала с такой шевелюрой год назад. Потом она у меня немножко отпала. Но потом опять они начали это, и опять вот это вот. Я не знаю, это стресс, наверное, какой-то. Я не знаю. Помаши. Нормально. Не-не-не, нормально. Нормально. Ну ты ж не будешь, что ты. Да, 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 выбегал. Не-не-не. Ты ж спокойненько все. Да, кстати, прикольно, да. Спасибо. Ника всегда делает комплимент. Спадают штаны, да, Ника? Да. Похудела. Сними рюкзак, он тяжелый, зайчик, сними его. Что ты там тебе наложили в него? Что ты там тягаешь? Все ненужное. Спина болит у нее. Болеть будет. Не-не-не. Заболит, ты что? Что вы там набрали? Все, что нужно, да? Самое нужное. Ой, как им не холодно. Ветер какой поднялся. Ветерочек. Я заставила Нику одеть брюки. Она пошла без рукавки. Я говорю, ну это очень логично. В брюках, но без кофты. Под вечер, потому что подбирает, погода начинает. Порт, ну, не портится, а холодновато начинает. Вот отсюда все выходят с белыми волосами. Идемте. Я сегодня, Ника, Юлином халате спала, замерзла. Я не знаю, почему. Прям дубаря дала. Ночью проснулась. Значит, надо дать два покрывала, потому что есть покрывало у мамы много. И ты ее раскутываешь, да? Ну, непроизвольно, ты ж спишь. Ну, понятное дело, ты ж спишь, ты ж не контролируешь себя. И ты замерзаешь, что ли, Ника? Нет. Нет. А я сегодня прям ночью проснулась и такая, говорю, где ж халат этот? И прям что-то я перемерзла. Хотя никогда до этого не хорошо не мерзла. Это нечто, их трамваи с чистыми стеклами, не устану Я не знаю, когда они их моют. Стекла чище, чем у меня дома. Просто. Чистые. Я не девочки. Как они так вообще? Подожди, подожди, подожди. Мы ту сторону не видим. Пошли.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Посмотри. Это общее. А потом говорят, подъезд у меня обоссан. Конечно, посмотрите, их больше, чем людей. Внучата. Ну, помните, да, здесь раньше стоял дом, вот его снесли. Вот так. Лянь-лянь-лянь. Они тусуют теперь, вот это после землетрясения дом снесли, они тусуют. Тут. Юля говорит, что сегодня все закрыто, 4 дня закрыто, только магазины открыты большие. А машина? Машина наша. Не надо, нам тележка не нужна. Да. Сколько мы берем, Юля? А, есть, да? Картошечницы. Боже, вроде девочки, смотрите, масло на цена на масло 229.95 со скидкой, я так понимаю, по телефону, наверное, как и у нас, 199.95. Я так понимаю, это масло турецкое. Я стала таким бодрячком, и что-то сейчас захотела спать. А это сахар 99, наверное, или 139. И чай оптом. Буду знать. Попить у нас есть кофе. Нет, такое считать. О, что-то меня разморило, что-то я хочу спать. О, не, у меня просто... Так куда же уже герпес уже есть? Давление на глаза от ультрафиолета пошло, прям такое состояние, что...